Салям алейкум. Поклонение должно основываться на шариате, а не на страстях и нововведениях. Также и строительство государства тоже должно основываться на шариате, а вы даже проговорить вслух это боитесь. Нет, Фархад Марданов, мы как раз таки не боимся и очень легко именно вот эти моменты проговариваем. Но это ведь нововведение, это бид'а, то, что ты сейчас говоришь. Ты поставил на одну ступень ибаду поклонение с государством. Это величайшее заблуждение, потому что к этому совершенно разные подходы в фикхе, в усуль фикхе, так как в ибаде запрещено все харам, все то, на что нет прямого указания, то есть все, что не разрешено, это запрещено. А в любом ином вопросе, не касающемся ибады, в шариате Аллаха все дозволено, кроме того, что запретно, запрещено прямым текстом. Если кто-то не понял, что я имею в виду, разъясню это более, разжую, так скажем. В айбаде, то есть в поклонении Господу, мы не можем ничего от себя взять и сделать. Мы можем сделать только то, на что есть прямое указание, довод. Все остальное является для нас запретным. Как, допустим, четырехракатный намаз, да, или двухракатный, вот эти ракаты, которые прописаны. Мы не можем взять и от себя добавить еще один ракат. Это харам, это будет запретно, это величайший грех. Ты не можешь взять и утренний намаз совершить в трех ракатах. Почему ты не можешь этого сделать? Потому что указание пришло только на два раката. Если ты от себя добавишь третий ракат, ты посягнешь на право Всевышнего Аллаха узаканивать поклонение. Поэтому общее правило к поклонению такое. Запрещено все, на что нет прямого указания. Все харам. Кроме того, что дозволено. А в быту, наоборот, дозволено вообще все, на что нет прямого запрета. Я могу пить эту воду, как я хочу, если не пришел какой-то запрет. Допустим, я пью воду из стакана. Это в своей основе мубах. Это дозволено. Если нет какого-то текста, который бы гласил, нельзя пить воду из стакана. Понимаете? То есть все, что не запрещено прямым текстом, все это разрешено. И вот теперь, если ты хочешь сказать, что государство, построение государства является айбадой, то на это нужен довод. Тогда мы это примем и скажем, окей. А, кстати, надо упомянуть, что из этого общего правила бытового все дозволено, кроме того, что нет, на что есть запрет. Из этого общего правила есть исключение, и исключением является мясо и женщины. То есть именно в их отношении работает обратное правило. Запрещено все, на что не дозволено. То есть в плане отношений, то есть интима, и в плане мяса. Запрещено любое мясо, которое не халял. То есть это исключение из этого общего правила. Но государство не входит в это исключение. Теперь, если же вы хотите сказать, что государство тоже является ибадой, то на это нужен довод. Если же вы этого довода не приведете, то это бид'а, которую вы вводите в религию. И если же вы скажете «нет», там будете на что-то ссылаться, то я вас спрошу, как же так получилось, если государство, построение государства, по вашему утверждению, если вы так утверждаете, является ибадой, то как же так получилось, что это нам не разъяснили? Как так получилось, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, ушел из этой жизни, не разжевав нам все в отношении государства, ушел таким образом, что сразу после смерти пророка, мир ему и благословение Аллаха, он еще не был похоронен, его тело омывалось Али ибн Абу Талибом, да будет довольным Аллах, и родственниками пророка, и в это время вот его тело еще омывается, он еще не похоронен, уже в этот момент возникает первые разногласия в вопросах построения государства. Ансары говорят, один правитель должен быть от нас, мухаджир один от мухаджиров. Омар возражает на это. Как это происходит? Под навесом Бану Саида, это известная история из Сиры, если кто не читал, посмотрите это. Если бы все это было бы айбадой, то это должно было быть разъяснено, и никаких разногласий в этом вопросе быть бы не могло. Когда вы начинаете эти все моменты интересоваться, ими изучать, вы понимаете, что государство не является, ни его построение, ни само государство не является айбадой. Это лишь средство достижения довольства Аллаха.
И это относится к бытовым вопросам. И если вы посмотрите первый период праведного халифата, четыре праведных халифа, вы увидите, что все они приходили к власти и делали это не по тексту какому-то, а в зависимости от ситуации. Абу-Бакр пришел к власти по ситуации. Он даже не собирался этого делать. Умар присягнул ему на этих дебатах. Понимаете? Случайность. То есть это не было сделано по прописанному тексту, что должно быть вот так не было. Просто возразив ансарам, Умар сказал, присягнул Абу-Бакр, дав ему свою руку, и тогда остальные тоже присягнули, понимаете? То есть по ситуации. Далее Абу-Бакр передает власть Умару по ситуации. Умар просто по ситуации говорит, вот шесть человек, давайте избирайте одного из себя. То есть мы с вами, когда мы начинаем этим интересоваться, мы понимаем, что нет каких-то прописанных, какого-то прописанного текста священного на эту тему. А если бы это была айбада, то должен был бы быть текст. И все труды ученых, которые относятся к этой политике, они все основываются на вот этих вот моментах, то есть так, то есть на том, как в свое время импровизировали, да, грубо говоря, сахабы, из этой импровизации получились какие-то методики. Но это ведь нам говорит о том, что это не является айбадой. Да, я согласен с тем, что их сунна является для нас сунной, да, в соответствии с хадисом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако это ведь не указывает на то, что это айбада. Вот в чем дело. Да, мы можем сказать, что сделать так, как сделали они, это лучше. Однако мы не можем сказать, что это айбада. Вот в чем дело. Поэтому не путайте поклонение с бытовыми вопросами. И мы абсолютно не боимся это произносить и на эту тему говорить. Наоборот, с удовольствием будем обсуждать эти вещи. Тумсо, почему ты тогда против, чтобы абхазы имели свое государство? Все народы имеют право на самоопределение. Абсолютно ты прав. Я не против, чтобы ни абхазы, ни осетины, никто бы то ни был, чтобы они имели собственную государственность. Я вообще не против. Вопрос лишь в том, в каких границах они собираются. Если ты хочешь иметь свое государство, отжав территорию другого государства, то нет. Понимаете? Вот в чем вопрос. То есть вся загвоздка заключается именно здесь. Когда кто-то говорит, мы хотим иметь свое государство, отжав там, допустим, часть Испании, ну, а имеешь ли ты право отжимать часть Испании? Вот здесь вот как бы вся загвоздка, вся проблема. И да, здесь мы, конечно, говорим, что не нужно претендовать на часть Грузии, чтобы заиметь свое собственное государство. Ни абхазам, ни осетинам тем более. Давайте, для осетин это вообще, осетины это, они ровно такие же кавказские автохтоны, и они должны ровно так же, как и мы, жаждать этой независимости. Но есть, понимаете, своя территория у осетин. Они не должны претендовать на территорию Грузии. Вот в чем проблема. انتظريني يا قدس وانتظريني سأزيل سدودا